Вдруг вспомнила, как в детстве я боялась стать такой, как все. Я с самого детства чувствовала, что я другая, я очень отличаюсь от людей, и я боялась потерять эту вибрацию. Я думала, а вдруг это из-за того, что я ребенок, и когда я вырасту, я стану слушать эту скучную музыку. И вот сейчас, когда я должна вернуть энергию медузы обратно и забрать свою, я чувствую то же самое, что в детстве. Мне становится немного не по себе от того, что вдруг я утеряю что-то невыносимо важное для себя, то, о чем я всегда мечтала. Но я думаю, что этого не произойдет. Я не потеряла с детства это ощущение и стала еще ярее, чем тогда.